Добрый день, с вами студия Bentrid Web. Мы решили сделать такое вот расширенное видео и показать вам частицы, партиклы, показать их там, где их по прямому экспорту быть не может. Что мы имеем? Мы имеем вот такой вот шейдер, который работает, но он воздействует на модель, буферную модель, которая находится, прописана кодом. Вот. Второй компонент мы используем Verge 3D. И вот именно данная библиотека, она работает с форматами Blend, с форматами Blender и для экспортируется в формат GLTF. Так вот, формат GLTF, он невозможен как таковой с партиклами, работы с партиклами. То есть, это идут всего лишь жесткие полигоны, которые показывают объект в 3D пространстве. Так вот, используя вот данный шейдер, его настройки и внедрив его внутрь Verge 3D, то есть именно самого проекта, да, у нас удалось получить вот такие вот частицы. То есть это получается сам формат GLTF, он уходит внутрь канваса, но здесь под воздействием шейдера он, как вам объяснить, он меняет свою структуру на буферную. То есть ты можешь им как угодно управлять. Вот бокс есть. То есть вот в настройках, которые вот мы также подключили библиотеку TweakPane, позволяет менять настройки шейдера, тем самым получать разное поведение партиклов на объекте. Сам объект мы взяли, вот сделали в программе Blender. Сразу скажу, что здесь 250 тысяч полигонов, но у нас был тест, то есть мы FPS проверяли, то есть там вот был тест на миллион. Миллион полигонов. Соответственно, и шейдер все работает. Ничто не падает, как сказать, не зависает. Вот. И получается, что сейчас с помощью вот, скажем так, определенных настроек и совмещений удалось получить именно партиклы на тех объектах, которые вы сможете моделировать. То есть вам не обязательно там быть программистом, вы просто берете модель, подключаете шейдер и с ним вот таким образом работаете. То есть смотрите настройки и, как вам сказать, что ну, по взгляду в будущее, то есть мы можем попробовать совместить, допустим, у GLTF можно делать как физику, анимацию, морфинг и вот это вот все. Оно может приходить в канвас и работать параллельно с вот этими партиклами. То есть, какие сцены будут дальше, нам неизвестно. То есть, здесь уже полет фантазии. Вот. Еще хотели показать вам по подразделению. То есть, вот у нас, допустим, 250 тысяч полигонов мы берем. У нас есть модификатора два подразделения, да, то есть Catmull Clark и Simple. Мы переставляем в Simple, у нас Сюзанна вот такой превращается. Делаем сохранение, переэкспорт. Сейчас оно переэкспортируется. Вот, пока оно экспортируется, мы поиграемся. Так. Что мы можем сделать? Такое можем сделать. Отключить. Здесь вот так вот сделать. Так, 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 так. То есть даже обезьянка может принимать форму бокса. Пытаться, по крайней мере. Вот. Чик.
Вот такое. Итак, у нас переэкспортировалось. Да. Теперь мы перезагружаем страницу. И вот такое получается. То есть у нас уже, в связи с тем, что простое подразделение, у нас теперь не партиклы, а такие как плоскости с набором сетки. Да? То есть мы можем посмотреть, что из этого получится. То есть рандомно поиграть. Вот такие вот настройки. То есть здесь получается, какой цели вы идете? Использовать так партиклы или делать другое подразделение и уже именно использовать точки, которые нужны в пространстве, а не вот такие вот плавающие плоскости, изгибающиеся. Что еще? Переэкспортировалось. Так, мы перезагружаем. Вот, опять же, у нас, видите, какая плотность точек. То есть, если мы сделаем меньше, они будут меньше. Соответственно, делали больше до миллиона, у Сюзанны пропадают уши. То есть, из-за подразделения, получается, плоскости меша, ну, заходят один в другой и, соответственно, показывают свои обратные стороны нормалей. Как-то так. Вот. Если мы сделаем поменьше, допустим, даже в два раза, сохранимся, переэкспортируемся, перезагрузим страницу. Вот. То есть, видите, плотность точек меньше, и уже вы не можете, ну, видеть качественно. Да, то есть нужно больше, больше, больше точек, чтобы видеть сам mesh. Поэтому мы попробуем его поднять даже не до 250, а до миллиона. Сделаем переэкспорт. И посмотрим. Пока он делает переэкспорт, вот у этого в настройках, когда мы, скажем так, изучали этот шейдер, у него отключен scroll. Если его включить, здесь не видно, но на сопряжение с вержем он показывает ошибки. Соответственно, здесь ошибка появлялась тогда, когда камера проскакивала сквозь шейдер и возвращалась на исходную. Чтобы этого исключить, мы просто... Так, сделаем он этот переэкспорт. Нет, еще делать. Мы, соответственно, сделали ограничение, то есть дистанцию на зум, то есть мы до определенной точки уже не можем подойти. И это важно. То есть в связи с чем это мы будем изучать. Так, сейчас ждем. Миллион еще. И все, закончилось. Итак, посмотрим, что делает миллион. Миллион, видите, побольше. Теперь посмотрим. Вот, видите, у обезьянки ушки пропали. То есть это уже нормально. Ну, наше видение такое. Возможно, другие специалисты как бы отпишутся. Но мы так понимаем, что при подразделении просто одни полигоны заходят за другие. Поэтому оптимально спуститься на один уровень, сделать переэкспорт. Вот. Соответственно, объекты могут быть другими. Здесь может все что угодно. То есть, чтобы не создать большое пространство чего-либо, вам теперь не надо только конкретно делать это все программированием, а достаточно в программе Blender воссоздать там облака, допустим, какая-то вода, то есть все что угодно. И добавляя шейдер, можно GLTF менять, очень-очень сильно менять на свое усмотрение. То есть он перестает быть просто GLTF-ом. Он превращается вот в такую вот буферную геометрию. Вот так вот.
здесь скорости. Вот. Ну и, соответственно, мы добавили, как я объяснил, скролл, да, то есть, но сделали его мягким. У Verge 3D есть по умолчанию. Ну, не по умолчанию, условно, там есть скрипт, который это делает, но с вот этим шейдером, да, то есть он не работал. Соответственно, нам пришлось придумать свой отдельный скрипт, который делает именно плавный зум, потому что плавный вращение это есть, а вот плавного зума он не работал. А так, использование партиклов теперь возможно в Verge 3D 100%. С вами была студия Blend 3D Web.